і опираєш їм очі. Привіт, друзі, підписчики, гості моєго каналу і просто хороші люди, хто забіжав ко мені на огоньок. С вами Валентина. Ребята, сегодня у нас 7 часов утра. Уже солнышко высоко. Куры уже кукарекают, козы уже мэкают, чтоб к ним шел. Но у нас сегодня другая работа. У нас сегодня травим кур от клещей, от разных пухоедов, пироедов. И сразу же в это время обрезаем одно крыло, чтобы они не летали. Каждый год мы обрезаем им крылья, но в течение года, даже если куры остаются на второй и третий год, крыло повторно отрастает, чтобы не сделали какого-то неприятности для соседей, не перелетели в их огород и не помогли им с урожаем, то нужно обрезать крыло и обязательно брызгать от пироеда, пухоеда, от всяких клещей, которые забрели в течение зимы к нашей птичке. Лето потеплело, всякая гадость лезет на кур. Вот так, ребята, таким образом мы будем всех кур по очереди опрыскивать. А после опрыскивания пойдем кормить животных. Друзья, вот я сниму, как я буду хранить жимолость зимой. Пересыпала сахарком, где-то мисочка чуть больше литра, наверное, была собрана. И сахара грамм где-то 700 сюда я. Ну, ложила, да и пересыпала. Сколько будет. Зимой поставлю в морозильник. При разморозке она даст немножко сока. И будем зимой доставать и кушать свежую ягоду. Или какой-то пирог испечь. Или какой-то вареник даже сделать. Добавить немножко крахмалчика. Будет вкусный пирог. Вот в таких контейнерах сейчас поставлю в морозилку. Друзья, вот у меня начались уже заготовки, зимние заготовки. Процесс заготовок пошел. Вот сегодня отправила уже жимолость в морозильничек, вам показывала. А теперь зелень. Вот здесь у меня укроп, петрушка вся срезана, буду обрывать молоденькие веточки, лука зеленого. Все это мою, чищу, обрезаю, нарезаю. Все в один таз буду складывать, перемешаю и по пакетикам в морозильник. А может, посмотрю еще какой-то рецепт. Есть рецепты с солью, люди закрывают, тоже присаливают. Может, и я присолю. В общем, сейчас еще посоветуюсь с дочерью, как лучше сделать. Она часто, вернее, не часто, а постоянно морозит себе зелень. Ребяточки, вот так беру лучок, режу.
Лук уже пошел большой. Уже не сильно маленькие, тоненькие лепестки, а уже широченькие. Время уже 13 июня. И потому через месяц его вообще уже в огороде не будет. Начинает набирать уже и стареть лист. Так что, ребята, у кого есть много зелени, начинайте делать заготовочки на зиму. Сейчас порежу лучок, потом укропчик, потом петрушечку. Я ее срезала всю и в доме делаю, потому что на улице невыносимо жарко. 30 градусов жары. Не усидишь там. Да плюс комары и мошка. Дождик уже пойдет нормальный. Может, он немножко прибьет эту комариный бум. А в данную минуту, в данное время невозможно сидеть на улице. Так, ребята, всем предлагаю заняться такими заготовками зелени, как я, на зиму для супчиков, борщиков, окрошечку еще захочется съесть. Лето еще длинное впереди, а зелени уже не будет. А так достали, и она есть с холодильника. Так, ребят, дальше сниму попозже немножко, когда все перечикаю. Друзья, вот такие пакеты набиваю свою зелень. Один пакетик уже отнесла. Забываю, что надо снимать. Вот такие пакетики отправляю в морозильник. Не сильно их набиваю. Ну, конечно, плотненько, но не так, чтобы все попортить, чтобы хорошо потом бралось. И в морозилку. Ребята, вот варю. Порезала такими тоненькими кусочками свинину. Супчик со свининой. И кинула туда сразу рис. Рис дольше немножко варится, чем... Потом брошу картошечку, морковку и зелень. Супчик будет такой нам. Не знаю уже, что варить. Как начну думать. Вот решила еще супчик.